Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show. Сегодня мы, конечно же, продолжаем Guts and Glory, смотреть уровни, созданные другими игроками. А может быть и вами, кстати говоря. Если вы создатель уровней и у вас есть здесь уровень, то напишите в комментарии. Ну а мы сейчас начнем с цирка смерти. Эта карта у меня была скачана в прошлый раз, для прошлой серии, но в прошлой серии что-то у нас бомбящие какие-то карты попали, и я прям очень люто так у меня подгорело. Вот, что прям половину уровня, по-моему, там не прошел. Ладненько, давайте смотреть, что же... Ни хрена себе. Это что за начало такое? Ну-ка, давай-ка разгончик нормально, давай через это, через кольцо, опа! Да ну ладно, ну чё... Ха-хай! А мы живы? Ох ты ж, ёшкин кот, я понял, стоп. Стоп, нет. Опа. Вот, это хорошо. Так, что у нас здесь? Здесь у нас разгончик. Опа! Блин, а прикольный уровень, смотрите-ка. Так, что у нас здесь? По шипам, прям по шипам. Вот это чудеса эквилибристики, а? Вы видели? Прямо по шипику проехал. Но здесь между этими не смог проехать. Ладно, четкий тайминг. Хорошая хладнокровная выдержка и... Господи, ни хрена не получилось. Так, смотрим. Нет! Подожди, он когда забирается на эту хрень, его начинает, короче, вот переворачивать. Ну, тихо. Без ноги, зато живой. Давай, чекпоинт, хорошо. Да ладно, отсеклите всего лишь... Ух ты ж! По макушке получили. Вот это было больно, между прочим. И проходим. Отлично. Так. Ну что ж, продолжаем наше цирковое выступление. Или как там в цирке? Какая мелодия играет в шапито? Чётенько, вообще хорошо. И ту-ду. Нормально. Хороший уровень. Лайк. Вообще лайк. Пью, ну, давай, пройди на мину. Блин, вот специально. А специально не попасть. Change track. Отлично. Так, почему-то здесь после апдейта перевернулись все карты и добавили, ну, как бы они наоборот стали не сверху вниз, а снизу вверх, но я скачал новые из воркшопа, и, собственно, они добавились все равно вниз и никак не хотят наверх. Так, мясорубка. Искусство крови. Рекомендуемый герой Джон и Джимми. Хорошо. А зачем давать тогда всех, если Джон и Джимми рекомендуют... Если... Эй, пацаны, на что вы лупились? Дайте посмотреть. Там реально мясорубка, да ладно, ну-ка подожди. Не, это реально мясорубка. Так, подожди, а там чекпоинт что ли? Он пикнул. Так, мышку, иди. Да, там реально чекпоинт. Так, стой, вставай. Короче, Джимми, это зрелище не для тебя. Оставайся здесь, охраняй эту мясорубку, чтобы никто туда не попал. Вот так вот. Так, ну-ка. Вы посмотрите на это вообще дичь. Это вообще жесть, реально. Так, а у нас уже финиш? Короче, чувак показал свой скилл в плане того, что он умеет делать мясорубки. Он умеет делать безумно кровавые уровни. Ой-ой-ой, подожди. Успел. Давай, change track. Хорошо. Это мы тоже прошли. Давай. Жух. И где мы? Так, мясорубка. Laser Beam Land. Короче, это какой-то чувак с Ютуба, видимо. Для которого сделали уровень. Типа, дорогой Лазер Бим, я там твой, короче, большой фанат. Я сделал уровень специально для тебя. Ну и ладно, а мы в него тоже поиграем. И чё? Видимо, он поиграл, и после этого уровень стал популярным. Хорошо. Ну, если чувак делал это для ютубера, для кого-то другого, который играет в Guts and Glory, то, в принципе, я думаю, что он должен был постараться. Блин, опять дурацкая мышка, подожди. Стой, мина. Мышка, уйди. Вот так вот. Так, куда? Угу. Так, там уже началась прос... Начала... Тихо. А это был чекпоинт, я надеюсь? Да, это был чекпоинт. Хорошо. Так. И мы проходим здесь, мы проходим там, мы проходим мимо этой, ускоряемся. И летим, мы просто взмываем в небеса. Подожди, нет.
Вот с прыжками здесь, короче, очень плохо все, потому что как приземляться нормально? Есть! Ну! Попал. Это был чекпоинт. Правильно, чекпоинт. Так, тут шипы. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что-то немножко промазал. Здесь у нас шипы. Ой, у меня колесо отвалилось переднее. У меня переднее колесо отвалилось. Стой, подожди. Сейчас попробуем через шипы. Ну-ка. Да ладно, прям так. Опа. Опа. Вот это эффектное завершение. Вот так вот надо завершать уровни. Либо взрывом, либо каким-нибудь очумелым прыжочком. Правда, мы никуда не прилетели. Но да и фиг-то с тобой. Change track. Хорошо. Сегодня у нас хорошо заходит. Сегодня хорошо идет все. Так. Что у нас дальше? У нас дальше будущее. Без какого-либо описания, просто будущее. И здесь семейство Янгов. Семейство Янгов. О, Бендер! А нифига себе, они сделали Бендера! Да ладно! Подожди, а как... А как это я так... Воу-воу-воу-воу-воу, стоп, а? Как это я так перепрыгнул-то? Ни хрена себе, у меня скорости хватило. Тихо-тихо-тихо, ага. Тихо-тихо, не-не-не-не, подожди-подожди. Ну и что ж ты делаешь-то? Нафига ты застрял? Дурной, а? Так, погнали. И прыжок. Хорошо. Так, все, из машины вываливалось. Нас еще и долбануло, блин, этой... шаром этим дурацким. Хорошо. Вау, сейчас мы куда-нибудь прилетим. Блин, мимо. А так бы было эффектно, если бы мы сейчас куда-нибудь прилетели на чекпоинт на какой-нибудь. Давай. И... Да ну, подожди. Надо сразу начинать. Правильно? Да. Вот. Хорошо. Так, под шар не попадать. Да, под шар, я сказал, не попадай. Ты смотри в сторону. Ладно, я-то ничего не вижу, но ты-то там, блин, сидишь, ты видишь все. Ну-ка. Опа. Черт, а было так нормально. И... Всех потеряли. И... Оп, теперь поехали. Не-не-не-не-не, куда ты в сторону так поехал? Зачем ты свернул-то, дурак? Раз, два, три. И поехали. А, там ускорялка, нормально, вот почему мы попадаем. Не-не-не, подожди. Ах ты ж, раз, два, три, поехали. Так, все, хорошо. Блин, здесь, короче, надо раз, два, три, поехали. Там, короче, надо все-таки... Да, ну ладно. Раз, два, три, поехали. И... Опа, проскочили, хорошо. Так, 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 тихо, 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 быстрее, 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 нет! Как, вот, вот я, вот, вот все время так. Первый раз получается нормально. А потом все, капец. Раз, два, три. Это я пока Бендера рассматривал, я, короче, хороший тайминг здесь выбрал. Так, а что это у нас все расколбасилось? Опа. Хорошо. Шарик, давай. И пролетай. Ага, все, поехали. Так, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. И здесь тормозим, тормозим, тормозим. Теперь надо четенько. Если у тебя колесо какое-нибудь... Походу у нас автомобиль переднеприводный, кстати говоря, потому что мы застряли. Сейчас, 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 сейчас. И оп. Блин, нет. Нет, нет, все плохо, все плохо, все плохо. И раз, два, три, раз, два, три. И поехали. Раз, два, три. Тормозим. Поехали сюда. Все делаем по жестко выверенным. Так, и... Сейчас, подожди, подожди. Сейчас, короче, и... И погнали. Фу, есть. Чекпоинт. Хорошо, нам теперь сюда. Опа. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, мы здесь прыгаем. Мы здесь прыгаем. Опа. Так, ладно, капот потеряли, не страшно. Не капот, это бампер, видимо, да, отлетел. Тихо, тихо. Вот теперь капот у нас, крыло левое, правое. Ребенка потеряли, офигеть. Ладно, иди погуляй, у нас тут с мамой попрыгушки. Ух, жесткие попрыгушки, нифига себе. Да мы сейчас так тачку себе все разобьем. О, не переворачивайся только, пожалуйста, нет. Тихо, 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 тихо. Только не переворачивайся, нет. Тихо. Это что, до самого низу что ли прыгать? Подожди. Ух, чекпоинт, хорошо. Будем чинить машину? Не, ладно, давайте на этом драндулете мы доедем. И, опа, разгоняемся. А, все, мы колеса, походу, потеряли, она едет. Ладно. Окей, погнали. И так, и вот так, и вот так.
А что за... А почему так? Так. Ага. Так, разворачиваемся. И теперь у нас идет вот такой вот супер-пупер прыжок. Нифига, я еду по стене. Я еду по стене. Я по стене еду. Да ладно, да ладно, да ладно. Стой, нет. Ай-яй-яй, врезался. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты дашь мне ускорение? Да ладно, я умею по стенам ездить. Ну-ка. Только, правда, очень-очень-очень неудобно управлять. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чекпоинт. Где финиш? Где финиш там? Это не чекпоинт был, нифига. Раз, два, три. И погнали. Хорошо. Только об стенку не бейся, не бейся об стенку, потому что ты потеряешь ускорение. Нет! Вот это круто. Вот это реально круто. Я еще не видел, чтобы семейство Янгов каталось по стенкам. Раз, два, три. Надо выдержать паузу. В любой непонятной ситуации выдерживай паузу. Тихо-тихо-тихо, едем, 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 нет! Блин, занесло, прикиньте, занесло прямо на стенке. Едь, едь, пожалуйста, едь. Едь, я тебя умоляю, едь. Нет, нет. Жесть. Раз, два, три забыл. Ну ладно, сейчас пробуем проскочить. И давай, теперь снизу тогда проскакиваем. Вот так вот, хорошо. Раз, два, три. У них колеса с присосками. Раз, два, три. Погнали. У них реально колеса с присосками. Потому что, ну как еще объяснить, что они так вот по стенкам умеют ездить? Так, главное, чтобы машину не заносило. Ее заносит. Ее реально заносит. Раз, два, три. Короче, немножко плохо получилось, ну ладно. Сейчас проскочим, пофигу. Давай, снизу. И вот так вот. Ага. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хорошо. А я думаю, нафига они на стенках крутятся? Блин. Да ну ладно, нет. Нет-нет-нет-нет, пожалуйста, подталкивай. Не в ту сторону подталкивай. Раз, два, три. Так, турбо. Турбо здесь, видимо, не надо тратить, короче, потому что... Угу. Потому что... Занесло. Раз, два, три. Ну, типа почти там, где-то так. Где-то так. Так, и... Опа. Ух ты. Занесло, занесло, занесло. Не-не-не, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Раз, два, три. Едем без нитро. На нитро мы будем выруливать. Ага. Хорошо. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Раз, два, три. Здесь какая-то гравитация, я не понимаю, или что, потому что машина, в принципе, на стенке хорошо себя чувствует, держится довольно уверенно и не падает, даже при плохих... Стой, 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 стой. Нет, 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 нет. Блин, вот это хорошо было. Вот это было раз, два, три. Хорошо. Поехали. Это было очень хорошо, если бы не потолок, мы проехали. Это было все четенько. Так, примерно здесь у нас... Ага, чекпоинт. Не чекпоинт, хорошо, точка. Давай, давай, пожалуйста, 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 не бей, не бей, не бей, не бей, не бей. Отлично. Вот видели? Мы даже затормозили. Тихо, 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 там финиш. Нет, 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 пожалуйста. Yes. Вот так вот. Вот, оно даже... Вот так вот янги попрощались с нами. Они сказали... Отлично прошли. Нифига себе мы. Я уж думал, не пройду. Так, следующее у нас гипердрайв. Короче, черевудия какая-то у нас, наш космический планетарный корабль, истребитель, там, не знаю, исследовательский. А, подожди, а рекомендую... Ладно, хрен с тобой, давайте Джон и Джимми. Что это? Что это такое? Что такое?
8 километров? Подожди. Нет, здесь нам нужен семейство янгов. Ну, разгоняйся. Вот. Да ладно, ни хрена себе, вы видите? Там планета какая-то мимо нас пролетает. От машины не осталось ничего. Просто пара косточек. Нифига себе. Так, подожди. А, мы еще не прошли? В смысле не прошли? Подожди. Ну давай. Пошло ускорение, хорошо. А почему мы не прошли-то? Я не понимаю, что происходит. Вид из глаз можно сделать? Я не вижу машину, она так далеко уехала, что вообще капец. Тихо-тихо-тихо, где финиш? А, все, я понял, мы промазали. Нифига себе. Так, машину не трогаем, она едет прямо. Сейчас она ускорится, немножко повернет ее, да? Не, вроде ровно едем. Не-не-не-не-не! Угу, если не трогать управление, короче говоря, она улетает в никуда. Реально гибертработ, это тоже классно. Типа тут планеты такие. Мы, короче, входим... как это? Гиперпрыжок, там вот это вот все. Так, тихо-тихо-тихо. Как бы в финиш-то попасть. А затормозить можно? Рядом. Блин, ну это... Давай-давай. Почему он так долго разгоняется-то? Почему сразу нет вот этого? И поехали. Как попасть на финиш-то? Ладно, сейчас попробуем. Блин, нет. На точку нельзя ехать, потому что... Точка, она как-то в стороне вначале. Вы видите, вот она сейчас по центру. Потом она смещается в сторону, а потом она опять по центру. Чё за бред? Алло, давайте мы без этих багов будем, вот этих всяких, потому что... Это дичь. Ну вот она, почему она в стороне? Она же по центру должна быть. Ну, типа где-то вот так, да? Я попал. Вот сейчас, между прочим, я попал. Давайте мы попробуем сейчас гиперскорость устроить на Джонни и Джимми. И? Понеслась. Хорошо. Давай, дружище. Может быть, из гиперпрыжка из этого надо выходить? Может быть, как-то... Вот почему она в стороне? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, родненький. Давай-давай-давай. И вот ты где. Вот ты. Здесь не семейство янгов нужно, потому что они так скоростные. И им такая скорость не нужна. А нам нужна. Так, давай. Change track, все. Окей. И последний на сегодня уровень. Так, что у нас там осталось? Гора смерти. Death Mountain. Ладненько. Ну, Джон и Джимми. Подожди. Стой, я не успел среагировать-то, стой. Алло. На мину напоролся и выжил. Нифига себе. Гора смерти, вот это точно гора смерти. Нет! Нормально, сейчас пройдем. Сейчас затащим. Стой, влетает просто. Капец. Пиу. Угу. Я так и не научился приземляться. Кто-нибудь знает, как приземляться на нем? Чтобы не... Да ну хватит ты, ну. Отлично. Блин, да ладно. Здесь надо брать правее. Ага. 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 А вот здесь надо попадать ровно на финиш. Потому что отсюда, да, нереально вообще. Как-то... Так, пробуем. И... Тихо. Нет, недолет. Скорость больше. Я понял, скорость больше. Да. Подожди ты. Ага, вот так. Вот так вот. За теткой прикрылись. Ногу сломали. Уже плохо. И крутимся, вертимся. Но все равно мы падаем и ломаем все нафиг себе. Так, ага. Так, я понял. Короче, мы делаем следующим образом. Вот так. Вот так, вот так и вот так. Давай, пожалуйста, долети, родненький, ну.
А как? Да, подожди ты. От этой штуки нам надо, короче, вот так. Прям вот так вот сразу, да? Угу. Вот так, повернули. Все, есть. Так, хорошо. И теперь берем разгон. Вот сейчас бы долетели, но если бы попали. Ну, возможно, перелетели бы. Все, я понял. Да, подожди ты. Стой, мы здесь поворачиваемся. Эта штука стреляет мимо. Эта штука не стреляет мимо. И давай, 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 крути. Надо с самого начала разгоняться. Так, от этой. Да подожди ты, поворачивай от этой. На 90 градусов. Блин, да ладно, теперь с другой стороны попало. Так, они обучаются, что ли? Я не понял. Угу. Колесом велосипеда встретил. Давай, ну. Да ну это дичь. Спокуха. Угу, угу. Спокойно, 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 спокойно. И... Опа. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, пожалуйста, но... Тут вообще не затормозить. Капец. Тихо. Ребят, не надо. Не надо тут вот этого. Стой, 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 стой. Нет, 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 нет. Ну, пожалуйста, не надо. Ну, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так. Тихо, тихо. Нет, 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 нет. Падает. Урод. Тихо, 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 тихо. Идите нафиг. Я приторможу. Я приторможу. Ух ты, тут еще пилами закидывают. Тихо, 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 тихо. Ай-яй-яй-яй, больно. Не больно. Хорошо. Все, финиш. Та-та-та-та. Стоять. Вы выжили в этом испытании. Вы молодцы. Хурей. Фух. Хорошо. Ну что ж, норму на сегодня мы выполнили. В принципе, все уровни мы взяли так довольно легко, не считая этот с гонки по стенкам, но там... Ну да, сложновато было. Это вообще к этому надо привыкнуть. Так, change track. Блин, мышка бесит, что она вечно висит здесь. Короче, у нас там непройденные всякие уровни есть. Возможно, мы их потом будем добивать еще. Сейчас пока мы проходим нормальненько все. Вот, ну, собственно, можете писать в комментариях, какие уровни вам нравятся больше всего. Так, ну, чисто интересно просто узнать ваше мнение, какие уровни понравились, какие интересные, какие неинтересные. Ну, на этом все. С вами был Рост на канале Мидкуршоу. Игра Gods and Glory. Смотрим уровни, созданные другими игроками. Очень много хороших уровней. Есть очень странные и вообще, ну, как всегда, полное разнообразие. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте. Ссылочки в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока!